Здравствуйте, и с вами доктор Шилов. Этим видео я начинаю целую серию лекций для тех, кто занимается боевыми искусствами, силовым экстримом, армлифтингом, армрестлингом, искусствами боевыми, неважно какими, ударной направленности, борцовской направленности, важно другое. Важно то, что эти видео для тех, кто подвергает большим и экстремальным нагрузкам пальцы рук, кисти. О чем эти видео? Эти видео о проблемах, которые непременно возникают у таких атлетов. Это различного рода травмы, хронические микротравмы. Это какие-то хронические профессиональные спортивные заболевания. Вот о них я и расскажу. Я расскажу о контрактуре Дюпюй-Трена, о гигроме, о тендитах, тендовагинитах, артритах, артрозах, различного рода ушибах, миозитах и так далее. Я расскажу, как это все профилактировать, как предотвращать рецидивы этих вещей, если они уже были. А если они есть, то я расскажу о том, как это все лечить. Потому что важна еще и тактика. Не все знают и понимают, как пойти, куда пойти, к какому врачу, какая последовательность действий должна быть, что нужно предпринять в начале, потом. Вот это все к тому приводит, что в итоге эти травмы очень трудно лечить. Кто-то их игнорирует, в итоге непременно приобретает сложные проблемы, которые уже вылечиваются очень и очень тяжело. Поэтому, если вы посмотрите эти лекции, это сильно облегчит вам жизнь. Если не вам конкретно, то подопечным вашим, если вы там тренер, а также близким, друзьям, знакомым, потому что вы сможете дать им ценный совет, если вы это все посмотрите, все прослушаете и будете знать и возьмете на вооружение. Это видео очень короткое, я его в принципе заканчиваю. Для чего я его записал? Ну, во-первых, как анонс, а во-вторых, под этим видео, где бы вы его ни посмотрели, на Ютубе, на Фейсбуке, ВКонтакте, неважно где, если это мои ресурсы, оставьте, пожалуйста, свои какие-то пожелания и комментарии. Задайте вопросы, может, вы мне дадите какую-то тему, то есть попросите меня, чтобы я рассказал о какой-то вашей проблеме, о какой-то вашей патологии, о том, что вам интересно, о том, что я сейчас не назвал. И я, если увижу, обязательно возьму это на вооружение, то есть я это приму к сведению и постараюсь обязательно записать видео и по этой теме. Ну что ж, до встречи в следующем видео. Салют!